Всем привет! Сегодня в обзоре у продажи свежий автомобиль Volkswagen Golf, модель 2016 года. Вот только пригнан, растаможен. Автомобиль в родной краске. Вот смотрите, стоит дистроник. Очень красивая, полезная вещь. Вот. Обойдем сейчас. Резина 19 год, синий металлик цвет. Вот такой вот красавец. Автомобиль просто с дороги, ничего не мылось. Вот новые тормозные диски, колодки, все новое стоит. Вот такой синий металлик, перламутр. Сейчас выключу. Музыку выключу. Такой вот салон. Очень приятная ткань. Салон в идеальном состоянии. Сейчас покажу сервисную книгу. Пол, все, комплект ковриков. Цена автомобиля 11 800. Вот докатка, 81 киловатт. Вот. Пол, все чисто, аккуратно. Постиранные коврики. Пускай сохнет. Сейчас заведем. Все стекла родные. Вот такой вот аппарат. Очень высоко, кстати, стоит. Один из самых большим клиренсом в своем классе. Вот на руле дистроник, круиз, датчик света, дождя. Вот состояние сидения. Сервисная книга. Последний сервис был на 150 тысяч. Вот остановлюсь. Записанное вручную. Мой номер телефона. Нахожусь в Виннице. Еще какие-то документы. Два ключа, пробег 158 тысяч, 1.6 дизель, красивый бардачок. Подлокотник. Двузонный климат-контроль. Электроручник, автохолд. Сейчас зеркала складываются. Вот состояние покажу, чтобы не натаптывалось все. Чистые, аккуратные. Нету никаких потертостей.
Такой вот сегодня аппарат. Вот. Винница, цена 11 800, модель 2016 года, в техпаспорте будет 2015. Всем пока и до новых встреч.